Девчонки опять наели. Тут мороженое. Все, знаете, как я сегодня ругалась? Блин, уже потянули. Сейчас я восстановлю ее. Пришли Саша с Томой. Мама, дай денег на мороженое. Я говорю, мороженое в холодильнике лежит. Мы не хотим, которое в холодильнике. Вы не представляете, как я орала. Да, Настя? Я говорю, когда вы росли, Настя и Алина, такого понятия даже не было, карманы и деньги. Да о чем говорить, мне в 17 лет начали только давать по 100 рублей там в неделю, по 200. Ну? Мне 17 было, я уже с Димкой дружила. А эти, блин, мороженое лежит в холодильнике, они... Я вообще не помню, мы всю жизнь, я помню, покупали полено. И всегда варенье с вареньем ели, красота вообще. Всегда? Да. Редко очень мы покупали? Да. Потому что у нас всю жизнь стройка была, нам все время надо было. Лес, кирпичи, цемент, ремонт машины. Ну правда? Да? А эти вот, ну, обнаглевшие. Ну, Дарина нет. Дарина помнит еще времена, когда не было у нас такой возможности. Мам, ну, если ты помнишь, что мы даже, бывало такое, что и в магазине в долг брали. Так я не спорю. Помнишь, на весну мы ходили? Ну? Было такое, что продукты приходилось брать в долг. А я помню, пошла один раз памперсы попросить. А она была... мама твоего одноклассника. Она прекрасно меня знала, на собрании сколько видели. Я говорю, дайте нам памперсы, пожалуйста, в долг. А у нас зарплата была, ну, буквально через 2 дня. Она говорит, я вас не знаю, не дам. Я поняла. Да, бывало такое. И никогда девчонки не требовали у меня денег. Никогда. Ну, танцы там стоили, там, 30 рублей, да? Кино там, рублей. Да, ну на. Так, ладненько, дорогие мои. Зеркала не надо. Зеркала я сама. Мама, что это? Куда это все? Стирку. Эти шторы попозже уже, ладно. Это постираем. Не будем менять, просто постираю, поглажу, на место повесим. А, может быть, мы бы их просто парогенератором, нет, пришли? Не, пыль, мне кажется, останется. Это ладно, погладим, потом парогенератором. Ну, постирать надо все равно, пылища останется. У детей тоже, да? У детей на кухне. Пошли, там тоже стол подвинем. А потом приедем и это... Все-таки хочу Васю уговорить, сюда надо будет купить и эти новые гардины. Чтобы другие нам шторы вешать. Видите тут какие гардины? Еще, ну, Наташин еще. А тут, чтобы шторы повесить ночные и тюль, нужно другие совершенно. Что ты делаешь? Она ходит, песню всем поет. Да? Такая умница. В общем, все. Я буду руководить процессом. Потому что у меня рука болит. Ой, рука болит. Ой. Да, Софи, мама будет руководить процессом? Мам, ты баба. Ну да, баба. Мама, а можно нам наши шторы, которые ты заказывал, вот эти с олененком? Там надо гардину другую. Гардину. Приедем, посмотрим. Надо там другую совершенно. Так. Мама, я хочу поставить такие домики, такие шторы, как домики, чтобы там прятаться. О, хорошо, хорошо. Все. Мы там прятались, бывает. Да, полностью везде пыль протирай и аккуратно все составляй. Ты уже большая девочка. Дотянули до чистого четверга. Телевизор не трогай, я потом сама. Окна, батареи, я все проверю. Все проверю. Ну ничего страшного, грязь самое главное уберите и все. Я сегодня стирала свое покрывало. И некоторые вещи, вот видите, вот например, я могу сушить полотенца там, мои... туники, потому что я, ну, как вот похудела, да, немножко, ну, сколько там, 6 килограмм, наверное, у меня. Я сейчас вешу 66, а весила всегда 74-75. И вот они мне, как бы, немножко великоваты. И я их стираю в горячей воде и сушу.
сушилки, но они не садятся нисколько. У меня надежда только на это. Это я с улицы принесла постельное, оно чуть-чуть холодновато. Вот сейчас немножко полежит, и я его уберу. В общем, я командую. Все покажем, что Дарина будет с собой брать. Между прочим, Дарина сказала, я буду снимать по возможности там. Она уже дома начала снимать. Что она с собой берет из косметики, она сказала, я сама потом. Ну, потому что она уже снимала. Сначала начнем, и в чем она поедет. В общем, поедет в джинсах и вот в этой кофточке. Это завтра она поедет. И на обратном пути, может быть, тоже. Угу. Так, джинсовка там, да? Давай с теплых вещей. Кофта. Да, вот такую кофточку она берет. Две всего берет. Ну, мало ли, вдруг дождь пойдет или еще что. Угу. Конечно, никаких курток. И вот такую тоже кофточку мы брали за 4500. Джинсовку. Я все постирала, все чистенькое. Надо будет погладить. Ну, вот и она поедет и, да, и будет там в ней ходить. Так, из брюк Дарина взяла спортивки. Вот мы их купили. Все постирано. Вот такие спортивные брючки. Так, и брюки, в которых она будет там где-нибудь ходить. Вот такие у нее хэбэшные оранжевые брючки есть. В прошлом году мы брали, она очень часто их носила. Вот эти свои кожаные, может быть, у них будут дискотеки. Вот оденет вот эти кожаные штаны и вот эту, например, синенькую кофточку вечерами. Да, скорее всего, вечерами. Какое здание? На улице все будет. Я так не думала. Да, ну, там все на улице, все мероприятия. Ну и вот эти вот хэбэшные тоже, типа джинс. Ну, это, скорее всего, даже облегченная джинса вот такая. Сейчас Дариночка все это погладит. Я не знаю, там есть ли утюг, нет. Девчонки сказали, вроде как нету. Так, ну и взяла себе шорты. Вот такие. Понадобится, не понадобится, неизвестно. Вот такие шортики. Вот такие оранжевые. Какого-то фига мы еще купили. Ей черные не надо было. У нее еще дома, кстати, еще пятеро шорт лежат. Потому что мы их брать не будем. Там и черные, и желтые. Одежды много еще не бывает, мам. Да. В общем, простую вот такую черную футболочку. Потому что Дарина очень много светлых набрала. Я говорю, возьми черную. Ее можно хотя бы 3 дня носить. Не знаю, там будут, не будут стирать. Вот такую футболочку тоже. И белые. Дарина любит белые футболки. Она белых и купила, и возьмет с собой много. Вот такая белая футболочка. Вот это вот ее любимая белая футболочка. Ой. Очень красивая. Нигде мы подобных найти не можем. Где мы покупали, где-то, не знаю, может быть... Это еще с Тюхтета, да, футболка вот эта? Да-да-да, с Тюхтета еще. Вот мы купили в Таранова. А нет, это Глория Джинс. Вот такую футболочку беленькую мы купили. Вот. А эту мы купили вот у нас. Смотрите, какая красивая. Она Дарине очень хорошо. Она простенькая. Вот за 1800. Вот тут такая просто такая. Это очень красивая. И вот тоже в Глории купили. Дарина говорит, очень красивая, мне очень нравится. Mm-hmm. Вот такая. Ну, вот, вот столько футболок. Хотя, по желанию, можно взять еще штук 5. Ну, Дарина сказала, мне хватит. Так, что мы еще взяли? Дарина взяла с собой пижамки. Всего две пижамки. Она сказала, мне хватит спать. Вот такой костюмчик. В общем, шортиками взяла. Да. Вот такой. В общем, два костюмчика. Вы знаете, да, она, да, вот. Сейчас погладит все и будет в них спать. Так, там что еще у нас? А, шорты вот эти, о которых ты говорила. А, ты решила все-таки их взять? Да. Ну ладно, в общем, шорты взяла. Пляжное полотенце, в котором она будет на пляж ходить. Девчонки сказали, полотенце там выдают. Так, носочки, там слышь, купальник. Кепка тоже. Так, и кепка. Ну и, конечно, набрала она там все остальное. Там вот обувь у нас. Угу. Она взяла одни, в которых вот эти будет... Вот я буду ходить в самом корпусе, а вот это на море. Да.
Ну, еще кроссовочки у нее будут, и я думаю, достаточно на море. Ну, естественно, сейчас мы пойдем брать там на уходовую за собой, шампунь, гель, зубную пасту, зубную щетку, все. Вот это мы сейчас тоже сложим. В общем, все, что Дарина берет с собой. Я думаю, этого достаточно. На 3 недели, а так много вещей, как будто на месяц. Да прям, если ты стирку не будешь сдавать... Не знаю. Ну, по крайней мере, вот девчонки мои набрали. Половину не носили. Вот половину они привезли обратно. Они ходили в одном и том же постоянно. Ну, это всегда так. Всегда наберешь. Ну, знаешь, пусть лучше лежит, чем не хватит. Вот так. Деловухи такие сидят. А мне Дарина дала вот такой стикер. Не работает же он. А тебе все равно интересно? Он работает, там можно рисовать. Ну рисуй, рисуй. Женю пойду мыть. Спрашивали Тому, кто моет. Тому пока моет мама. А вот девчонкам я мою только головы. Мою головы постоянно сама. Потому что если они помоют сами это все, это на следующий день хоть перемывай заново. Пока мою головы я. Ну все, хорошо. Поменялись? В магазин съездим. С Настей ездили. Сейчас покажем, что купили. На 3 дня нам не хватило. Она купила йогурты. Да. Йогурты? В общем, купили. Это я. Кисло-сладкий соус. Смотри. Хлеб. Гранаты взяли. Гранаты молодцы, все любят, быстро едят. Это Настя сидит, как всегда. Сейчас включим. У нас еще 2 баночки есть, Настя не знала, купила. Ну пойдет, все равно 2 баночки только осталось. Девчонкам взяли. Вот такой он недорогой, сыр Богатов, но он такой вкусный. Да? Он всего 94 рубля стоит. Надо будет брать. У меня вот сыр Богатов, я как-то один раз взяла и вообще мне понравился. Угу. Яблоки Гала, да? Да. И помидоры. Смотри, он что делает. Тут папа. А откуда тут папа на видео? Фотографии. А, это фотографии? Ты его запрашивала, что ли? Где я? Надя. Ну и все. Помидоры сегодня, салаты весь день делали. Огурцов много, а помидоры быстро уходят. Сейчас все сделаем. Ну, кто как. Я вот, например, с майонезом люблю. Ну, а остальные все едят. Да, играй. Да, и ты играешь. Ну, ладно, ладно. Чё? Не будем говорить, ладно. Потом мы скажем. Короче, мы... Торину обратно весим, она влажноватая, если отвисится, значит отвисится, я ее только постирала. Ежели нет, у нас для этих целей есть аппарат. В общем, на Насте, если будет время, возможность, она там, она умеет, прогладит, да? Вот. Если не отвисится, в общем, вот так. Пап. Нет, я к тому, посмотри, не сильно длинно, нормально? Всегда так, вы другую вешаете тут? Это детей висело, да? Да, мы детям все равно другую будем, другие будем. Это кешки, телек. Нормально? Пойдет? Это можно же подколоть, где подкалывали мы. А не, они там другие совсем. Кузя. Да пойдет. Кузя, он уже так. Да, пап, пойдет? Пойдет. Посмотрим, ты его снимет обратно. Ну, красиво. Есть еще одна такая же, мне кажется, по длине. Ну-ка, значит, давай посмотрим. Она такая же? Это? Угу. Не, мам, с висюльками красивее на кухне. Это красивее, но на кухне с висюльками лучше. Она намного меньше. А где что за ботинок? Тоже так же. Копейки? Нет, она похожа на этого. Как он?
На кого ты похожа? Я. На себя? Да. На бабочку ты похожа? Ты платье будешь одевать? Шпагат сделал. Ой, не спортсменки, и Саша там тоже. А ты умеешь на шпагат садиться? Да. Ну покажи. Вот так. Я не могу. О. Она сначала садится. Саша, Настя говорит, девчонки в пламя нормально танцуют. Там такой танец. Да. Тихо, поубивайте сейчас друг друга. Саша на сцене так ходит на руках. Я могу только пить. Ладно, сейчас папка посмотрит. Папка сейчас посмотрит. Ну что, мы там все пыль... Ну, не мы, конечно, Василий Владимирович там везде все пыль повытирал. Что, пойдет, да, пап? Короче, пусть это висит. А та на следующую осень ту повесим, да? Почему осень? Пораньше чуть. Почему пораньше-то? Зачем пораньше? Достаточно весной и осенью менять. На 1 май? Ну, конечно, на 1 май. А-а-а. Без конца будет тут лазить и марать. Что? Все. Все в окошко будут заглядывать. Попугай вам посрет все дети. Он постоянно вот тут сидит сбоку. Ну, короче, если не отвеситься, погладим потом. Не, вообще красиво чувствую. Ну да, это получше, чем те были. Да. Тебе не до грязного цвета. А они просто не стираны. Они просто грязные. Не, они такие бежевые. Ну, грязный цвет. Ладно, дорогие мои. У нас уже время, уже 9, да? 10:50. Да. Мы сейчас, наверное, тут поедим что-нибудь. Да. Чай попьем. Ну, думаю, представьте, она поддерживает веревочку. И что? Натянуть? Ну, да. Ага. Ладно. Всем пока! Пока! Чего же так громко? Не кучу.